Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Харе Кришна, уважаемые преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шри Прабхупаде на канале Гаура. И продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Абхая Ачарьи Равинды Бхакти Виданта Свами Прабхупады, Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны. Сегодня у нас 14 глава, «Три гуны материальной природы», она называется, текст второй. Перед тем, как мы будем его читать, санскрит перевод и комментарий, повторим мантру благоприятную, которая настраивает сознание на духовный лад. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, текст второй, 14-й, санскрит. Дангьянам пашритья мама садхармьям агатаха саргипи на паджаянте пралаена вьятхантича. Пословный перевод. Идам, этом, гьянам, знанием, упашритья, найдя прибежище, мама, моей, садхармьям, ту же самую природу. Агатага, обретшие сарге апи, даже в период сотворения материального мира, на не упашритья, рождаются пралая в период на не в Ядханте страдает ча также. Перевод стиха. Тот, кто непоколебимо утверждается в этом знании, обретает также духовную природу, как у меня. Человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Комментарий Прабхупады. Тот, кто обрел совершенное духовное знание, разрывает круг рождения и смерти и становится качественно тождественным Верховной Личности Бога. При этом он, однако, сохраняет самостоятельное существование и остается индивидуальной душой. В Ведах говорится, что освобожденные души, достигшие трансцендентных планет духовного неба, всегда созерцают лотосные стопы Верховного Господа, служащего с любовью и преданностью. Таким образом, даже получив освобождение, преданные не утрачивают своей индивидуальности. Любое знание, которое мы получаем в материальном мире, осквернено влиянием трех гун материальной природы. Знание, не оскверненное влиянием, называют трансцендентным. Обретая такое знание, достигают уровня, на котором находится сам Верховный Господь. Люди, имеющие знания о духовном мире, считают, что прекратив заниматься материальной деятельностью и освободившись от оков материального тела, вечная душа лишается своей формы и индивидуальности. Но в духовном царстве, как и в материальном мире, существует разнообразие, основанное на индивидуальности. Те, кто не знает об этом, думают, что духовное бытие является полной противоположностью материального многообразия. Однако на самом деле, попадая в духовный мир, живое существо обретает духовную форму. В духовном мире оно занимается духовной деятельностью,
И эта деятельность называется жизнью в преданности. Жизнью в преданности. Атмосфера духовного мира не осквернена влиянием материальных гун, и живые существа там качественно не отличны от верховной личности Бога. Чтобы обрести это знание, необходимо развить в себе все духовные качества. Тот, кто обладает этими качествами, не рождается в материальном мире в период его сотворения и не погибает вместе с этим миром во время его уничтожения. Умагьяна тимиранда сьягьяна джана шалакая чакшумилитам ена тасма шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стадам Йена Бутале Сваям Рупахкадам Ахьям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Ютападакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджитам Сахагана Рагунатам Витамтам Садживам Садвайтам Саватхутам Паричана Сахи Там Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Саналита Шри Вишакхам Витамшча Хе Кришна Карунинду Динобанду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндаванешвари Вришабхан Сута Деви Пранамами Хари Приева Калпатарубьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванею Вайшнавебьо Наму Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васвати Гуру Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ону Падая Кришна Падая Бутале Шримате Бхактиданта Свамин Итинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Пачарине Нирвишеша Шуньявади Паштятяде Шатарине. Кришна, добрый вечер. Еще раз, уважаемые преданные, еще раз текст 14 главы. Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и будет страдать во время у него уничтожения. Конечно, это все очень возвышенные темы, несмотря на то, что Бхагавад-гита считается азбукой, началом. То, что изучать нужно в начале духовной жизни, но тем не менее, вопреки словам, которые говорят, что Бхагавад-гита — это пройденный этап, и мы уже ее изучили, например, такие люди встречаются в санкиртане периодически. Так вот, вопреки этим словам, можно сказать, что Бхагавад-гита — это знание, которое пройти, то есть это то, что необходимо не просто изучать, а реализовать и жить по Бхагавад-гите, поэтому это вечное знание, оно всегда присутствует в духовной жизни любой личности, которая идет по духовному пути. И поэтому темы, которые здесь раскрываются, описываются, они, конечно же, очень возвышенные, интересные и важны. И вчера наверняка Канай Тхакур Прабху, который давал лекцию по первому стиху Бхагавад-гиты, рассказывал разные моменты, да, Кришна, Господь Кришна, он снова говорит о гунах материальной природы, потому что Кришна уже говорил о гунах материальной природы, начиная со второй главы. Он вдохновлял Арджуну подняться над тремя гунами природы, да. Он говорит, что Арджуна, поднимись, да, над всеми гунами, действуй вне гун. Ну и в каждой главе, ну, практически есть упоминание
о гунах, но здесь Господь, Он будет давать такую анализ, да, анализ гун материальной природы, по сути дела, анализ этот не, ну, не для того, чтобы просто, знаете, разобраться в гунах и овладеть информацией, знать, какая гуна, как выглядит, как она славливает, хотя это важно, это безусловно важно, это очень большое подспорье в нашей практике, в нашей жизни духовной. Но цель Бхагавадгиты и цель Господа Кришны — это для того, чтобы вдохновить, следуя санатана дхарме, то есть преданному служению. А преданное служение, оно чистое преданное служение, оно выше гун материальной природы. То есть в этой главе Кришна описывает это знание, дает его подробно достаточно, ну, на самом деле не так уж подробно, достаточно ёмко Кришна будет описывать, что такое гуна благости, гуна страсти, гуна невежества, как живые существа в них запутываются, как это проявляется, когда человек в гуне находится, что ждет в течение жизни и что ждет после оставления тела. В зависимости от того, в какой гуне находится живое существо. Так или иначе, это знание объясняется, но для того, чтобы ну, цель в том, чтобы учиться не действовать в гунах природы. То есть для того, чтобы вдохновиться бхакти заниматься. В принципе, вся Бхагавадгита вдохновляет нас на то, чтобы мы обрели высший вкус, да, деятельности к преданному служению, вкус деятельности в сознании Кришны. Так вот, для того, чтобы описать иногда какой-то предмет или более подробно, нужно также рассказать, что им не является. Поэтому мы знаем, что бхакти описывается и в Бхагавадгите, и в других священных писаниях, но также здесь будет описываться, что же бхакти не является. Какая деятельность и какие мотивы внутри, да, в сознании. Человек на самом деле не является чистым преданным служением. Это важно знать, потому что ну, легко же перепутать. Да? Наверняка мы с вами замечали, что вроде бы как бы деятельность по форме может быть даже быть как преданное служение, но из-за того, что есть какие-то мотивы в сердце, да, примешиваются в сознании или же это уже, ну, может быть преданное служение с примесями гун материальной природы. Или, например, как есть там, наставление, например, повторять святое имя нужно внимательно, да. В принципе, простое наставление, да, ну, само по форме и, в принципе, по смыслу, что нужно повторять свое имя и нужно повторять его внимательно. Но на самом деле, когда берем руки четкие и начинаем пытаться повторять свое имя и стараемся повторять его внимательно, мы можем заметить, что что-то мешает этому, отвлекает или сложно сосредоточиться и так далее. И вот это что-то, это как бы как раз знание про гуны материальной природы, то, что препятствует преданному служению. Поэтому это очень важно знать. Или как иногда люди, они спрашивали у Шрилы Прабхупады, что вот мы начинаем повторять святое имя джапу, и вдруг там какое-то сияние, да, мы чувствуем или видим какие-то красные круги, красное сияние и так далее. Это бхакти или нет? То есть нам кажется, или то, как мы воспринимаем, ну, нашу практику. Бхакти — это мы практикуем бхакти или нет? Есть же такие сомнения. Это вообще преданное служение совершаю или не преданное служение? И вот здесь как раз описывают вот эти вот внутренние мотивы, да, внутренние подводные камни, которые могут быть в
сознании Кришны, и которые, может, ну, вполне возможно, они как бы навязаны именно гунами материальной природы. Поэтому, ну, знание, оно очень важное, несомненно, и здесь оно подробно дается, подробно описывается для того, чтобы именно практиковать, можно было практиковать чистое преданное служение и стараться, ну, избегать вот этих вот гун. Конечно, мы понимаем, что на самом деле сами мы не можем справиться с гунами материальной природы. Это было бы слишком самонадеянно, потому что в Бхагавадгите Кришна в 7 главе говорит в 14 стихе: «Давихи гуна мои, мама моя дурати я, мама вам ебадин ты, мая мы вам таранти ты». Да? То есть этот стих говорит, что преодолеть влияние моей божественной энергии, Господь говорит, очень сложно. Даже там, по-моему, слово используется невероятно трудно. Дуратия очень сложно. Поэтому, ну, в конечном итоге преданный все равно понимает, что сам он не справится с гунами. То есть это очень так самонадеянно думать, что сейчас я смогу победить там невежество и даже благость смогу преодолеть. Но Кришна говорит в этом стихе, что тот, кто предается, с легкостью выходит из преданий гун. В 7 главе уже Господь говорил. Почему? Потому что сам Кришна, он является повелителем материальной энергии. Это его энергия. И она сильная, она очень могущественная. Шрила Прабхупада, он говорил, обращаясь к своему ученику, что различие между мной и вами в том, что вы не боитесь материальной энергии, а я боюсь. То есть бдительно, очень внимательно отношусь к этой энергии Кришны, понимаю, насколько она сильная. Кришна в 7 главе Бхагавадгиты как раз называет ее божественной. Божественной, да, вихеша гуна мои. Эта энергия, она обладает силы, потому что она действует под моим руководством, под моим контролем. И поэтому, естественно, мы как преданные, уже имея какой-то опыт, да, в преданном служении, мы понимаем, что своими силами преодолеть не удастся. Необходимо все время обращаться к Кришне, молиться, просить о помощи духовного учителя, преданных и так далее. То есть практиковать, да, вот эту зависимость от Кришны, понимая, что, как Шрила Прабхупада объясняет, да, что в этом комментарии, вот к этому стиху, к 7 главе, стиху, он объясняет, что гуна значит веревка также. Ну, мы знаем это значение, да, веревка. Причем гуна это такие веревки, которые, может быть, не всегда даже увидишь, потому что гуна невежества, ну, может быть, она очевидна. Мы можем различить ее влияние. Хотя, если человек в невежестве находится, ему кажется, что у него, в принципе, все в порядке. Ничто его не связывает и ничто не связывает. Поскольку гуны, они не только снаружи воздействуют, но и внутри. То есть определенное сознание, определенные мотивы, определенные потребности, они также внутрь проникают. Или гуны страсти, ну, то, в принципе, можно как-то заметить ее влияние, но, опять-таки, если человек непосредственно находится под сильным влиянием какой-то гуны, это сложно видеть. И гуна благости, она, в принципе, она вообще, можно ее спутать даже с духовной, с трансцендентной, да, реальностью. Но, тем не менее, она тоже спутает живое существо, описывается также в Бхагавадгите. Кришна описывает, как гуна благости влияет и чем она связывает, чем она обусловливает живое существо. Поэтому это значит, гуна значит веревка, то, что связывает. И Шрила Прабхупада, он объясняет, что развивать
того, кто связан, может только тот, кто не связан, у кого свободны руки. Разрубить этот узел. И, бедные, если у вас будут какие-то вопросы или есть уже, может быть, по тексту, по этой теме, стиха и комментарии, вы, пожалуйста, пишите в комментариях к трансляции. Тогда будет, по крайней мере, понятно, что за экраном кто-то есть, кто-то находится живой. И то есть, ну, это я к тому говорю, что очень интересно и важно главу изучать. Преданные они, как читаем, и так иногда смешно даже выглядит. Есть как Прабху, где эти гуны, так они, ну, так забавно изображены. То есть там гуна невежества, да, такая и благости такая, ну, благостное, да, изображение. Но на самом деле это, ну, мощная энергия Кришны, и на самом деле она, ну, постоянно пребываем под их воздействием. И поэтому, зная о том, как они воздействуют, как влияют, и самое главное в этой главе — знание о том, как выйти из-под влияния гун материальной природы, это очень важно. Это очень важно. Особенно, как освободиться из-под влияния. Это нужно дослушать до конца этой главы или прочитать, что именно освобождает. Потому что сейчас я вспомню историю, когда, которая показывает, что на самом деле ажугуна благости, она не может человека привести к Богу, да. Даже очень благостная такая жизнь, очень упорядоченная, очень правильная. Према она еще не даст, то есть Богу нельзя так обрести. Хотя, безусловно, трамплин, да, это то агуна, в которой приемлемо вообще, в принципе, находиться в материальном мире, внешне, по форме. Я вспомнила историю, как один брамачари, он в Шивасангаме, в доме Шриваса Такура, на Вадвипе находится, в Майпуре. Кто был из вас, может вспомнить это место удивительное. Проходили киртаны, которые проводил сам Господь Чайтанья Махапрабху. И эти киртаны, они длились там, они днем сначала проходили, потом ночью они уже воспевали вместе с преданными. Но они были закрыты. На эти киртаны пускались только те личности, чиста сердца которых были полностью чисты, у которых не было как раз-таки вот примеси каких-либо, да, желаний. И многие люди на Эвдвипе, которые не могли попасть на эти киртаны, их очень влекло любопытство, что же там происходит. Да, представляете, какая-то есть программа, да, очень духовная, на которую, ну, нет возможности попасть. Будет очень сильно любопытно, да, что же. И многие, там описывается, что очень стремились прокрасться, пробраться как-то на эти киртаны, которые проводили почитание, его близкие спутники в доме Шриваса Такура. Там разные есть описания. Помню сейчас историю, как захотел попасть один брамачари. Это был очень, ну, чистый человек. Его жизнь была проста, аскетична. Он употреблял в пищу молоко и фрукты. То есть у него хранил целибат, брамачари, был полностью благостным человеком, благостной личностью. И он очень хотел попасть на этот киртан. И очень просил Шриваса Такура, чтобы тот его пустил на киртан, позволил ему поприсутствовать. Говорил, я ничего не делал, никакой греховной деятельностью не занимаюсь. Я только молоко и фрукты. Пью молоко и
фрукты. Шивас Такур говорил, что ну вот нет, нет, но в какой-то момент он подумал, ну почему нет? В принципе, сочетание. Ну, то есть если брамачари это используется, и в принципе он такой действительно чистый человек благости, то возможно как-то это будет незамечено. И он разрешил брамачари остаться. И вот описывается, что в Шивасангаме начался киртан, Господь читание, близкие спутники. Почему никто не допускался, чтобы не нарушить то настроение, которое было? Конечно, ну, я не тот человек, который может об этом рассказывать. Я просто пересказываю то, что я слышала. Особое настроение, в котором спел Господь читание, и все другие, они могли понять это настроение и не нарушить его. И... Но в тот вечер как раз Господь не мог воспевать, как обычно, потому что он, даже там описывается, он сказал, здесь кто-то есть непреданный, кто-то непреданный здесь находится. И еще раз такой сказал, нет, ну Господь здесь только преданный. Но в конце концов Господь читание сказал, что нет, здесь кто-то еще находится. И тогда выяснилось, что здесь находится вот этот брамачари, скет, ведущий чистый, праведный образ жизни. И он стал прогонять его с этого киртана, сказал, ты думаешь, что меня можно получить, да, вот эту любовь к Богу, самого Господа, в обмен просто на вот такую жизнь, да, просто на аскезу? Нет, это невозможно. И тогда удивительно, что вот этот вот как раз брамачари, он поступил очень правильно. Он припал к стопам Господа читания и предался ему. То есть он сказал, да, Господь, я сейчас понял, что, конечно, это ну, хорошо вести такой чистый образ жизни, но не просто в этом, чтобы ну, как-то быть таким праведным человеком, благочестивым и жить здесь, в материальном мире, правильно и благочестиво. И он принял прибежище у Господа читания. И тогда Господь читания сказал, да, теперь ты можешь остаться, теперь ты находишься в правильном настроении, теперь ты, ну, сможешь участвовать в этих киртанах, в которых была такая вот чистая преданность. Ну, это как бы на будущее, может быть, для нас просто в том смысле, что мы не должны никогда забывать цель, к которой мы стремимся, практикуя бхакти, о которой нам говорит духовный учитель, о которой нам говорит сам Господь Кришна в священных писаниях, что эта цель — это развить чистую преданность, да, любовь к Богу. И она очень возвышена, конечно, и, безусловно, одна из ступеней для того, чтобы начать к этому приближаться хоть как-то, это перестать идти на поводу материальной природы, действовать, плясать под их дудку, знаете, как в одной из книг Прабхупады есть картинка, да, по-моему, к самосознанию, где три гуна, они как бы три олицетворенные личности нарисованы с такими веревками, которые как кукловоды управляют, там кто-то копает, да, там просто какая-то гуна управляет, кто-то там что-то делает, идет на работу. Но на этой иллюстрации, поскольку иллюстрации, да, книг вот этих, книг BBT, Bhaktivedanta Book Trust, это не просто картинки, это окна в духовный мир Шрилы Прабхупады. Поэтому, когда мы, допустим, распространяем книги Шрилы Прабхупады, один преданный недавно рассказывал, как он, это была санга старший преданный, на самом деле, я просто ее слушала, и преданный рассказывал, как ему пришлось проповедовать детям в детском саду, и как ему проповедовать, ну то есть не знал, какой у него будет аудитория, оказалось, что это дети. И, ну, а детям объяснять философию, даже просто истории про Кришну рассказывать, может быть, как вот так ни с того, ни с сего не начнешь. Это совсем маленькие дети, которые даже едва-два умеют разговаривать. Но вот это преданное, ему пришло понимание, что необходимо показывать иллюстрации в книгах. То есть открыть иллюстрации и начать показывать из книги Прабхупады. И что на самом деле, если эти иллюстрации открыть, смотреть их, на самом деле там очень много
всего увидеть, это действительно преданные, удивительные, которые занимаются этим служением, рисуют иллюстрации, как окна действительно в духовный мир, там много деталей. Вот, и вот на этой иллюстрации науки самосознания нарисованы вот эти гуны, которые управляют, но на самом деле над гунами нарисован Кришна, который управляет всем. Да, и если Господь захочет, он может эти веревочки, ну, которые держат живое существо, точнее, если само живое существо этого захочет, если джива сама захочет, Господь ему не составляет труда обрезать, да, эти связи, эти веревки, которые держат живое существо. Другой момент, что нужно живому существу самому захотеть этого, захотеть измениться. Вот. И... Но, тем не менее, да, эта глава также вдохновляет нас помнить о цели в сознании Кришны, что мы практикуем, для чего мы практикуем, потому что закончится она как раз стихом 26, где Кришна скажет: «Мамча ябхичарана бхакти йогина севате сансам атитьятам брама буе калпате». Только занимаясь неуклонным преданным служением, можно освободить от материальной природы и достичь уровня брамана. Это как раз на самом деле вот этот стих второй говорит, рекламу дает, да, что вот это знание, кто поймет, как гуны влияют и как освободиться из-под их влияния, тот обретет такую же духовную природу. Как раз брама буя калпата достигнет вот этой духовной природы, такой же, какой обладает Верховный Господь. И что такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Мы, может, не помним, да, как страдали во время уничтожения мира, но кто хочет вспомнить, можно почитать 12-ю песню. Там как раз один мудрец, Маркандея Муни, а он как раз захотел увидеть, что там происходит. И там эмоционально описывается, что же он испытал и пережил, наблюдая за этим всем процессом. Здесь гарантирует, дает гарантию, он обещает. Он говорит: сейчас я тебе расскажу знания, и потом он говорит: что за результаты будут от того, что я тебе расскажу. Какие будут результаты? Потому что нужно, чтобы вдохновить Арджуна, и мы их тоже слушаем дальше. Может быть, еще один момент, который я хотела затронуть здесь, это то, что вот это знание, как объясняют все священные писания, и как сам Господь говорит и показывает пример, оно, предание, оно на самом деле происходит, также важный элемент принятие духовного учителя. Это тот, кто как раз помогает ученику это знание услышать, усвоить его на практике, направляет ученика, как правильно в этом мире продвигаться, как правильно не попадать в ловушки. В 11-й Шримад-Бхагаватам, в истории Махараджи Ними, Навагендра, они объясняют как раз Махараджа Ними о том, объясняют, что даже на райские планеты, если живое существо попадет, гуны, они влиять будут все равно. То есть иногда какая-то подмена такая, да, происходит в нашем сознании. Кажется, что в принципе можно как в этом мире устроиться, да. Мы читаем или слышим про какие-то более высшие планеты материального мира и как-то... Может быть, остается какая-то мысль, что, может быть, как там не будет вирусов, пандемии или еще не будет каких-то проблем с погодой, с дорогами, отношениями. То есть то, что нас здесь беспокоит. Но песня Шримад-Бхагаватам как раз Навагендра объясняет, что даже на райских планетах есть очень много беспокойств. Они говорят, что много страданий, потому что приходится соперничать с равными, завидовать старшим, бояться потерять свое положение, или когда
нас вот эта благочестивая карма исчерпывается, то беспокойство сильное приходит живое существо, что придется покинуть эти райские планеты. И поэтому в следующем стихе, после вот описания вот этого, вот этой природы материального, в следующем стихе как раз они говорят Махараджани Митам, Гурум Прападита, Джагьясам, Шреям Уттама. Поэтому Тасмат, Гуру Прападита, прими духовного учителя. Поэтому если ты хоть чуть-чуть, ну, разум у тебя включился, да, ты как-то хоть чуть-чуть понимаешь, что похоже, ну, высшая цель — это не просто в этом мире как-то выжить, а, ну, или учиться здесь, а есть какое-то понимание, что высшая цель — это нечто другое, поэтому прими духовного учителя, говорят веды. И там очень удивительный стих, это, по-моему, 3 глава, 11 песня, 21 стих, ну, это можно еще уточнить потом. Но вот это известный стих, Тасмат Гурум Прападита. И как раз также в этом стихе описывается качество истинного духовного учителя. Тоже очень важно всегда для медитации ученика помнить об этом, медитировать, что это, на самом деле, у нас много учителей, не только Дикша Гуру. Шиландра Дюма с вами, он говорит о том, что для того, чтобы вызволить ученика из материального мира, это на самом деле очень тяжелый труд. Это непростая задача. И поэтому нужна помощь многих-многих вайшнавов, вайшнави, чтобы это произошло. Поэтому, ну, многие преданные, они помогают нам на этом пути, давая трансцендентные знания, помощь, работу, общение, вдохновение. И, конечно же, Шрила Прабхупада, безусловно, который является для нас всех Шикши Гуру. Но вот эти качества, да, которые описывают в этом стихе, тоже очень вдохновляют. И интересный там момент есть, что духовный учитель — это как раз тот, кто размышлял о священных писаниях, над словами священных писаний, понял их, выводы, которые в них содержатся, и способен убедить в них других. И не просто убедить, знаете, как иногда, допустим, на санкиртане хочется человека просто убедить, что мы правы, а нет. Ну, как бы, знаете, такое начинаешь говорить. Но суть не в том, чтобы убедить, что я прав, или человек, что прав, а в том, чтобы и духовный учитель, он убедился в истинности священных слов, священных писаний. Именно, что это истина. Не потому, что я в этой организации, или там я как-то это практикую, поэтому это истина, как обычно. Ну, в начале, да, начинающим мы думаем, что вот это истина, потому что вот я как бы знаю, что это истина, поэтому это истина. На самом деле духовный учитель и духовные учителя, они убеждены в истинности слова священных писаний. То есть у них есть непоколебимая вера в шастры, да, что истинное знание. И еще один признак как раз такого глубокого понимания Писаний — это то, что истинные духовные учителя, Упаша Машрая, они прибежище как раз в гунах не ищут. Вот. Почему нам важно тоже понять, да, прибежище у вайшнавов и вайшнави, которые достигли духовного уровня зрелости в сознании Кришны, потому что они как раз в гунах прибежище не ищут. Это очень вдохновляющие примеры для нас должны быть. Они ищут прибежище у Верховной Личности Бога. Но это тоже не внешние вещи, это большая тема, на самом деле. Значит, что это, эти люди, они в Гималаях сидят или в пещерах, они как вообще не соприкасаются с материальным миром. Отнюдь нет, то есть это могут быть вполне занятые люди, живущие, да, работающие, имеющие детей, семьи и так далее. Но внутреннее состояние сознания Кришны, если есть. Много есть примеров в шастрах о том, как раз Гуру Парампара, Кришна, да, и его представители, они с разных уровней живое существо освобождали, поднимали. И тут надо сказать, что если мы там слушаем
эту главу, да, вот 14-ю, дальше мы будем видеть, что о, есть у меня какие-то, оказывается, ну, какие-то гуру меня влияют там, и, может, постоянно влияют, в принципе, мы можем, ну, увидеть, да, соотнося с этими стихами. Тут, ну, это не проблема. Ну, это понятно, с этим нужно что-то делать, но это, в принципе, закономерно. Но как раз сам процесс бхакти, ну, необходимо веру обрести, что он работает, и веру в описание, наставление духовного учителя Шарана. И несмотря на все то, что мы можем видеть в себе какие-то качества, ну, продолжать практиковать сознание Кришны, продолжать преданное служение в соответствии с наставлением духовного учителя. И много есть примеров, но я сейчас один вспомнила из бхакти. Просто я недавно читала как раз эту историю о Друи Махараджи. И там, конечно, стихи, комментарии, сама история. Это, опять-таки, у меня нет квалификации как-то прославить образом. Но даже на своем уровне просто читаю, слушаю вот лекции на эту тему. Можно много, ну, уроков почерпнуть из этой истории, из примера Друи Махараджи. Даже одно то, что когда он начинал, когда он встретил духовного учителя, которого Господь ему послал, у него как раз в сердце было, ну, много материальных желаний. То есть у него вообще была цель материальная. Шивпада говорит, эта история очень вдохновляющая в том плане, что преданным служением или служением Господу Кришне может заниматься любой, с любого уровня, в принципе, если он действует под руководством духовного учителя. Можно почитать эту историю, да, с чего Друва Махарадж начал, да. Господь Чайтанья Махапрабху, кстати, любил тоже эту историю из Чайтанья Махараджа, Друва Махараджа, и как вот его практика развивалась, как происходила трансформация и, в конце концов, чего Друва Махараджа достиг. Но это тема отдельной лекции. Сегодня мы, конечно же, говорить не будем более подробно, но просто, чтобы мы вспомнили, да, примеры и вдохновились. Или есть история про охотника Мригари, которым Нарадама проповедовал, тоже мы можем увидеть, что эта личность тоже находилась, ну, даже не на уровне гуна благости, честно говоря. То есть это охотник, который убивал не до конца животных, птиц, да, разных зверей в лесу. И вот они мучились. И Нарадамуни, он когда увидел это сострадание, и к тоже недавно вот старший преданный на Асанге это обсуждали, что и к самим животным, и к птицам, и к самому охотнику, который совершал такую деятельность, и сострадание, он, как сказать, бросил ему спасательный круг, да, трансцендентное познание. Вот. Причем дал наставление в соответствии с уровнем. Те наставления, которые мог принять этот охотник, он ему сказал, убивал до конца тех животных, чтобы они не мучились. Ну и там он показал ему на самом деле будущее, которое ждет этого человека, если он продолжит заниматься своей деятельностью. И мы знаем, к чему потом привело, да, такое соприкосновение саду с вайшнавом чистым. Один миг общения, да, говорится, спасает от величайшей опасности. Мы знаем, что этот охотник стал великим преданным, величайшим, и даже впоследствии он боялся на муравья наступить просто. То есть такое у него проявилось понимание, что Кришна или Верховная Личность Бога, он находится в сердце каждого, везде присутствует. Поэтому нельзя беспокоить или как-то причинять беспокойство ни одному живому существу. Такое общение с чистыми, преданными. Харе Кришна, спасибо большое вам за ваше внимание и смирение. Харе Кришна Махима. Поклоны. Несколько вопросов. Я попробую. Ну, точно их прочитаю. Попробую. Анна Светлова. Здесь говорится, что чтобы вести это знание, необходимо развить все духовные качества. Какие это духовные качества и как их развить? Да, это хороший вопрос. Но о духовных качествах говорилось в 13 главе. Качество знания, да, которое описывал Господь Кришна в стихах с 8 по 12.
терпение, смирение. Можно посмотреть вот стихи. Это, по сути дела, есть стихи, которые позволяют духовно развиваться. И как раз в этой главе объяснялось, что это качество знания и есть. То есть когда знание — это не значит, что я просто владею информацией. Это неплохо для начала. Это неплохо для начала владеть информацией. То есть даже хорошо, потому что тоже, ну, о чем же размышлять, да, и как что практиковать, если нет информации, в принципе, просто что нужно делать. Но впоследствии это должно проникнуть в сознание. Ну, как бы, знаете, как трансформировать. Мы должны стать качественно другими личностями. То есть, если в материальном мире есть там гордость, да, люди горды, они... Я не говорю сейчас, в принципе, о каких-то конкретных людях. В целом, если мы посмотрим вот эту тенденцию материального сознания, то как раз это выживание, да, занять какое-то положение такое, чтобы, ну, как-то возвыситься над другими, обойти других. Здесь зависть, соперничество, вражда, нечистый очень образ жизни. Даже если человек пытается, ну, как-то не завидовать, не... кого не обманывать, но все равно сам по себе образ жизни в материальном мире он нечист, потому что вольно-невольно люди, они совершают просто греховные поступки, даже если они хотят, может быть, как-то жить более правильно, но это очень сложно. Поэтому вот эти стихи, они описывают смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни — это зло, отречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость, счастье, горе, любимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей и признание важности самосознания, и склонность к философскому поиску абсолютной истины, это я объявляю знанием, Кришна говорит, а все прочее называю невежеством. Но по сути мы можем сказать здесь, Анна, что это качество здесь описывается, не просто информация, да, что, ну, смирение — это знание. Смирение — это качество, которое, ну, человек пытается практиковать, развивать, и тогда его вот это сознание своей духовной природы и своего положения в отношении к Богу, отношения с Богом, оно становится для него более проявленным, как бы живым знанием становится. Поэтому можно вот эти качества знать, важно их знать, но также важно понимать, как вы пишете, как их развить. И там тоже Шрила Прабхупада объясняет как раз в комментарии к этому стиху, что самыми важными для того, чтобы развить эти качества, два момента он выделяет. Это вручить себя духовному учителю. Мы об этом тоже говорили как раз. Потому что гуру нас учит, учит духовной жизни, по сути дела. Он сам является примером личности, которая обладает духовными качествами. И вайшнавы также, которые мы слушаем, которым мы стараемся служить, и у которых мы вопрошаем. И также они нас, духовно для нас учат эти качества развивать своим примером, своими наставлениями. Поэтому вот как вручить себя духовному учителю, предаться ему, следовать наставлениям, это есть процесс, благодаря которому эти качества развиваются. Конечно, там есть много подводных камней и сложностей, и они как бы не так, ну, так вот раз развились. Это требует времени и этапов, но с развитием веры, если шрадха она углубляется, человек он на каждом этапе саду-санга, да, баджана крия, нартха невритти и так далее, эти качества, они, как Шрила Прабхупада объясняет, они также развиваются в процессе преданного служения. И второй момент, который там Шрила Прабхупада в комментарии отмечает, что важное вот
как эти качества развивают, это ну, развивает саму преданность Кришне. То есть преданность Кришне, предание Кришне. Вот оно. Потому что, как я вначале говорила, ну, самим же, как, ну, как бы, вот сейчас я стану смиренной, да? Вот буду терпеливой завтрашнего дня, завтра откажусь от всяческого насилия, там, через 3 дня я пойму, что рождение, смерть, просто болезнь и зло. Ну, и в конце недели, в принципе, там, как бы, да, по списку оно все разовьется. Ну, так не происходит, к сожалению. Что-то мы можем сами, ну, по мелочи Гуру и Кришны, то есть мы можем какие-то вещи, по крайней мере, стараемся контролировать, как в нектаре наставление описывается. Ну, там, не передать, например, там говорится. Ну, в принципе, ну, это в нашей власти, наверное, в каком-то смысле. Да, или там контролировать там речь, да, стараться меньше про джалпы говорить. Или не все время говорить про джалпы, да, говорить о Кришне начать. Или проповедовать, например, начать. То есть, но в какой-то момент, да, тоже мы можем понять, что подлинные вот эти качества, они пробуждаются, если духовная энергия, она, ну, как бы влияет на нас, да, мы как-то молимся, обращаемся к Нему, чтобы Он нам помог на самом деле эти качества развить. Поэтому важно и то, и усилие, и милость. Как помните про Дамодару, и когда мама еще пыталась связать. Вот такое. Спасибо большое вам за вопрос. Харе Кришна Ананда Гопика, примите, пожалуйста, мои поклоны. Получается, что отвлечение ума во время джапы вызвано влиянием гун. И чтобы его убрать, нужно молиться Кришне в этот момент. Ну, разными материальными желаниями, которые есть у нас, помимо того, чтобы и это мешает, помните, Кришне, одна из причин, какие-то беспокойства, желания материальные. Как тоже просто я вот эту знаю, старших преданных, когда была тема проповеди, очень там, глубокие вещи обсуждались старшими преданными. И вот Шрила Бхактивиджнана Госвами Махарадж, он сказал, что даже просто мы объясняем другим, например, что Кришна, он не отличен от своего святого имени. Но вот чтобы реализовать это, не так-то просто, да? То есть можно сказать, тем более вот я про себя говорю, я могу сказать, да, что святое имя — это сам Господь Кришна. Но сколько там есть реализации этого, поэтому это зависит от нашей веры, насколько мы верим, насколько мы, так сказать, серьезны, что ли, в своей духовной практике, то есть когда, насколько мы готовы отложить все дела, постараться отложить все мысли свои, да, куда-то и просто повторять святое имя. Определенная решимость нужна, но, ну, с другой стороны, эта решимость, это еще не гарантирует, что святое имя, оно проявится. Но мы должны эту решимость проявлять, прилагать усилия и, конечно же, молиться Господу о том, чтобы ум получалось играть вместе мантру с преданными. И я заметила, что уму гораздо проще было сосредоточиться во время джапы, что, да, безусловно, это гуна влияет, правильно вы говорите. То есть они внутри и снаружи, они везде, это материальный мир. Но нужно понимать, что это также не просто гуна, это энергия Кришны. Но вот, и был опыт такой, что гораздо проще сосредоточиться. Такой хороший опыт, что сейчас мы начинаем это делать онлайн. Да? Некоторые преданные организовали, например, Киртаны, вот эту книгу распространяю, с кем мы общаемся, они организовали именно с утра, вот с 6 до 8 утра можно присоединить в чат и повторять вместе мантру. Хотя это онлайн, но тем не менее, когда ты видишь и слышишь, как преданные тоже воспевают, стараются прилагать усилия, это очень
тоже ум сосредотачивает. Ну и потом, если по поводу гун, вот спрашиваете о нандагопика, то мы тоже уже знаем, да, немножко из Бхагавадгиты, из опыта следования Бхагавадгите, что разные гуны в разное время суток влияют. И, например, как раз таки в утренние часы, в ранние утренние часы влияние гуны невежества и страсти, оно меньше, минимальное, да? Самое благоприятное время, когда больше проявлена гуна благости. Поэтому, естественно, чтобы как-то сминимализировать влияние этих гун, можно практически подойти, например, повторять святое имя в более спокойное время, благоприятное. Можно также, как-то, чтобы пространство было более благостное, более, более умиротворяющее ум, чтобы не было ему за что зацепиться, там, перед царем, например, повторять, или перед изображением, в каком-то месте тихом, спокойном. Есть возможность. Если нет, то, конечно, мы просто делаем это там, где у нас есть возможность, по крайней мере, постараться. То есть как бы учитывать это знание о гунах как раз. Но, как вы правильно говорите, что в конце концов только само святое имя нам может как-то проявиться, да, и Кришна может помочь нам сосредоточиться. Спасибо, Нандагопика. Последний вопрос. Еще один. Оля Драгунова, Хари Кришна. Что многим из нас еще даже далеко, мы еще находимся на уровне душ. Например, души просто стали в равновесном положении, и вот духовная практика как хорошо идет. Наверное, ниргуна уже, а даже не сатва, просто души встали. Можете прокомментировать, пожалуйста. Но на самом деле мне сложно комментировать то, что я не слышала, кто это говорил и в каком. То есть это надо обязательно, когда вы цитируете, всегда соотнести, потому что всегда контекст, даже вот я сейчас что-то говорила, можно просто взять какой-то кусочек там. Сейчас мне не вспомнить, но просто если его вырвать из текста, можно там тоже ко многому придраться. Поэтому я не знаю, о чем там речь идет. Дагун, нам недалеко, мы в них как бы уже находимся, в принципе. Это Кришна объясняет Бхагавадгите в 13 главе и в 14, что живое существо, оно попадает в материальный мир, оно его обволакивает гуны материальной природы. То есть, в принципе, в них находимся. Какая же это глава? То есть это не я говорю, а Кришна говорит. Сейчас почему-то у меня нет. Помните, вспомнить. Но так или иначе, просто... это так дальше в 14 говорится, на самом деле. Там вот 4 стих, по-моему, да? Говорится о том, что живое существо попадает, оно сразу оказывается в материальной энергии. Кришна говорит, ахамбиджа прадах пита, я даю. Душа — это духовные частички Кришны, но материальные... Попадая в лоно материальной энергии, Кришна говорит, материальная энергия, она дает материальное тело. Материальная энергия — это и есть трибуна материальной природы, поэтому нам не очень до них далеко, мы в них примерно находимся. Живые существа, я имею в виду материальный мир, живые существа. Но вот хороший момент в вопросе в том, что не нужно подменять, нужно четко понять, что такое бхакти, такое духовная практика, каковы критерии того, что я духовной практикой занимаюсь. По крайней мере, хорошо знать Анги Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасеванам, Арчанам, Дасьям, Анданам, Дасьям, Сакьям, Атманеведанам. То есть это Прохлад Махараш объясняет в 7-й песне Бхагавадгиты, что Шраванам — слушание Верховной Личности Бога, Киртанам — прославление Господа, Вишну Смаранам — памятование, вознесение молитв и так далее. Вот это и есть непосредственные анги преданного служения. И все остальное
нашей жизни мы тоже должны под руководством гуру, наставников, связать именно с Кришной нашу жизнь также повседневную. Вот. И критерии, да, это будет, ну, разные есть критерии, но, по крайней мере, вкус духовный должен пробуждаться, развиваться. То есть тут лучше разобраться, что такое духовная практика и как влияет гуна. Как раз вам можно эту 14 главу слушать дальше и потом уже исходя из этого какие-то выводы для себя сделать. Спасибо. Харе Кришна. Похоже, еще один вопрос. Анна Светлова, последний. История про Брахмачари на Киртане Господа Чайтани Махапрабху. Что изменилось в сознании этого человека, когда он припал с Господа Чайтани. Он освободился от гун материальной природы, и только после этого киртан стал возможен. Харе Кришна. Я слушала из уст духовного учителя эту историю неоднократно. Поэтому я не могу от себя говорить, что изменилось сознание этой личности. Но сегодня я ее перечитывала, но я не могу вам сейчас точный источник сказать, к сожалению. Где это можно сказать, сходу не скажу. Но именно суть была в том, что он именно осознал, что он не может полагаться на свои силы, то есть на силы вот этой аскезы того, что мало есть, мало спать, что этим, ну, только этим или просто этим, ну, Господу не приблизиться. То есть необходимо предание, вот это шаранагати, знаете, это предание Господу, понимание своей зависимости от Него. Это и на самом деле смирение, мы спрашивали тоже про качество, оно тоже с этого начинается. Хотя теоретически признать, что я завишу от Господа, что я не самодостаточен. Как один человек вот на Санкиртане, в последний день марафона, 31 числа, последняя книга осталась, и он подошел и предлагаю книгу и говорю, что вот возьмите, ну, обычные слова ему говорю, и он говорит, я не понимаю, он вообще понимает, что я ему говорю, нет, от него какой-то реакции нет, он просто слушает и как-то в своих мыслях стоит. И он сказал такую фразу, что я, ну, когда увидел вас, и до этого, когда видел людей с книгами, я всегда, ну, просто грубо посылал, просто говорил, ну, грубыми словами посылал. И вас хотел тоже послать. Но сейчас вот почему-то не мог этого сделать, то есть он там заготовил фразу, которую хотел сказать. Стою, слушаю. И говорит, пока слушал, я тоже думала, ну, сейчас я ставлю эту фразу, пошлю и пойду дальше уже. Что мне эти книги не нужны, в Бога я не верю. И вообще, ну, как бы я сам, ну, сам я кузнец своего счастья. И, ну, и там был какой-то диалог, и чтобы сократить историю, я просто ему говорю, ну, а и он говорит потом, ну, говорит, почему-то не могу это сделать. Казаться даже не могу, я даже сам не знаю, почему. И говорит, вы думаете, мне надо взять эту книгу? Я говорю, конечно, я в этом уверена. Иначе бы я тут не стояла с ними. И он взял, на самом деле, эту книгу, но он говорит, я не верю в Бога вообще. Я не верю в кого-то, я не верю. Ну, кто? Ну, я же не видела никого. Но я ему говорю, ну, на самом деле, посмотрите, вы хотели сказать что-то, хотели сделать, но вы не смогли этого сделать. Хотя у вас было желание это сделать, ну, прям как-то вот и намерение, даже решимость. Но вы не смогли, потому что главный фактор деятельности — это даже не наше желание или не наши силы. В Бхагавад-гите тоже Кришна об этом говорит. Это, ну, Господь, который в сердце находится параматма. Если санкций не будет, ты больше не сделаешь и не, ну, ничего не произойдет на самом деле. Ну, это Кришна тоже объясняет в Бхагавад-гите. Я говорю, потом посмотрите, вы хотели, но не смогли, наверняка значит, что есть даже логически, если принять это, что есть кто-то, кто контролирует все, и в том числе вас. Ну, и как-то это просто я сказала, просто вспомнила по милости гуру, что
Швады, что в книгах я читала. Может быть, даже теоретически ему сказал, но он принял, поскольку это было логично, аргументированно. И он взял книгу. Так вот, и вот это вот как бы настроение, что в зависимости от Кришны, что на самом деле только Кришна знает, что для нас хорошо. И это не значит, что какая-то инфантильность должна быть, что мы должны теперь есть все, что угодно, да, как бы вот если обратную сторону взять, сразу хочется там, Кришна все контролирует. Поэтому я ничего делать не буду, и как бы от меня ничего не зависит и так далее. Нет. Есть наставление уже, что нам делать. Но вот это самое сложное — делать все, что нам надо делать, и внутри понимать, что в конце концов конечный результат, и вот это попаду ли я на этот киртан или нет, оно зависит от Кришны. Но, слава Богу, мы знаем, что Кришна милостив, и Господь Чайтанья Махапрабху, можно читать Чайтанья Чаритамриту, насколько он милостив был ко всем. Не только Брамачари, там, например, в Варанаси, когда Господь Чайтанья пришел, там были майвади, очень много майвади, и они все стали преданными Кришне по милости Господа Чайтанья. Ну, много как бы на всех пролил свою милость. И сейчас тоже Господь Чайтанья проливает эту милость на нас. Не то, что вот только этот Брахмачари мог попасть на этот киртан, он как бы, ну, все уже потеряли время, поезд пошел. Нет, мы тоже можем по милости Господа Чайтанья, Гуру Парампары, также попасть на киртан, например, на киртан Харинамы, или на киртан на программе, или просто дома спеть киртан и попасть на него, позвать преданных вдвоем, втроем его спеть. Это, ну, может, конечно, это не будет киртан Шивасангами, но, в принципе, ну, само это вот настроение мы можем почувствовать, настроение, ну, присутствие Кришны в жизни, если мы что-то для него делаем, например, проповедовать можем. Завтра будет программа Санкиртана выходного дня, например, она проходит каждую субботу. Просто если даже выйти, ну, на 10 минут просто на улицу с книгами Шилпрапады, или кому-то подарить одну книгу в месяц, там, или раз в неделю подарить книгу, ну, или себе что-то подарить из книги Шилпрапады, это значит, что мы распространим больше книг Шилпрапады, мы также участвуем в этом киртане, господине. Но понятное дело, что вот изменение сознания, трансформация сознания, она происходит постепенно, поэтапно, не сразу. Но, безусловно, она как-то происходит, процесс работы. Так что присоединяйтесь к любым киртанам, которые вы можете попасть онлайн там или вживую. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагавадгита Грантарадж ки джай. Нитай Гур Примананде Харибо. Спасибо большое. Хари Кришна.